Всем привет, друзья! Вы на канале LDay, и сегодня у нас рубрика прохождения, в которой мы разберем прохождение бункера Альфа, его второго этажа. Ну что, поехали! Итак, второй этаж бункер Альфа. Значит, что необходимо брать с собой? Ну, смотрите, друзья, я как бы уже открыл сразу все сундуки, все три, вот и отсортировал. Вот здесь вот я положил весь хлам. Здесь, так, тут пусто, вот здесь вот у меня лежит холодное оружие и бронька во втором ящике. А в первом ящике я собираю, складываю оружие и аптечки, вода и еда. Для того, чтобы мне было удобно, я забежал с лифта на этаж и сразу же смог подхилиться, покушать, попить водичку и побежать снова в бой. Так, вот это тоже выбрасываем сюда. Так, водичку сюда. Итак, ну что я беру? То есть три железных оружия на второй этаж. В принципе, по стандарту катана одна кувалда, ну здесь я запасом взял, и один разрушитель. Один либо Глок 17, либо самопал. Но здесь по прочности видно, что в принципе где-то один я взял. Ну посмотрим. Плюс стак морковного рагу. Стак аптечек, вернее бинтов, прошу прощения, и сет рабочей брони, который мне выпал, в принципе, из ящика за зеленые талоны. Ну что, поехали проходить. Так, бежим налево. Здесь такой коридорчик с такими вот руками, которые хотят захапать все, что мимо них проходит. Посерединке проходим. Открываем дверь. Я здесь беру кувалду, потому что у нее урон 45 единиц, а у этих обычных зомби 40 хп. То есть за один удар я ударил, отошел чуть-чуть, ударил и все. И они уже все лежат. Так, присаживаемся, и по толстяку я рекомендую наносить всегда первый удар с кувалды, а потом уже добиваем обычным холодным оружием. Все, видите, быстро и эффективно. Так, сюда, наверное, давайте, ну, вот так вот их не получилось. Через стеночку. Лучше бы, конечно, надо было их пока не трогать. Потом там можно их разделить через стенку. Я покажу как. Ну, сейчас просто их добиваем в рукопашку. Так, еще удар. Есть, отлично, убили. Желтый талончик. И вот здесь вот нам необходима катана. Почему катана? Потому что у катаны 35 единиц урона, вот у токсичного зомби 100 единиц хп, вот 35, видите? Если мы будем наносить урон из стелс режима тройной, получается как раз 105 единиц. То есть токсичные зомби как раз у нас с одного удара умирают. Но не это самое главное, покажу дальше, почему именно катана, почему надо с одного удара. Ну, в данный момент катана, потому что как раз соотношение урона 105 хп и соотношение хп у токсичного зомби 100 единиц. То есть практически мы, скажем так, целесообразно используем свое оружие. Так, давайте вот этого бегуна убиваем. Отлично. И здесь берем кувалду и возьмем бинтики. Один скушаем. Идем к толстяку. Наносим удар скрытый. Скрытая атака. И бежим. Вот здесь, вот где аптечка, вот
Вот здесь вот, в принципе, удобнее их разделять между собой. Вот через стенку они не наносят урон. Оп, один подошел, отлично. Разворачиваемся к нему и спокойно убиваем. Видите, второй нам урон не наносит через стенку. Мы ему тоже не можем нанести, но он стоит в холостую, лупит, пока мы не убьем второго. Тем самым мы распределяем урон и, скажем так, экономим свою броню. Так, давайте вот этих двух убьем. Значит, вот здесь вот налево и вот так вот к урной идем. И от урны уже возле столика, вот здесь вот уже наносим удар. Отлично, 135 единиц. И бежим теперь вот с этой стороны. Становимся и пытаемся их разделить. Не всегда получается, друзья. То есть тут надо как бы немножко так вывести, чтобы он... Видите, оп, не получилось. То есть, видите, они два. Оп, развел. Так, теперь нам надо повернуться. Повернуться и... Все, отлично. То есть, получилось. Видите, только этот наносит нам урон, этот не наносит. Отлично. То есть, мы убили. Опять же, как и в прошлый раз. Одного толстяка убили, второго. Потом уже добили второго. Так, хорошо. Берем трубу, ставим обратно кувалду. Тот, который яростный гигант в комнате, его, друзья, не трогайте. Пока не трогаем. Так, вот здесь вентиль аккуратно. Выключили газы. И вот здесь есть турелька, но она по нам не достает. В принципе, я не буду ее убивать. Вы можете ее убить. Для этого необходимо там порядка 20-25% либо калаш, либо М16. Но мы на четвертом этаже будем проходить бункер полностью. Второй, третий, четвертый режим. Потом убьем охотника и пройдем небольшую часть хард режима, которая экономная и выгодная, скажем так. Я вам покажу, почему, потом тоже расскажу. Поэтому у меня задание рейдеров убить 5 турелей. Но 5 турелей я убью на четвертом этаже. Также у меня задание от рейдеров зачистить четвертый этаж. Ну, зачем я буду здесь тратить огнестрельное оружие? Вот. В последней версии, когда разработчики ввели полицейский участок, уже появилось как бы дополнительное место для того, чтобы сливать там оружие. Очень интересная локация, тоже я сделаю по нему видео. Если раньше ее не было и огнестрельное оружие больше всего... Вот здесь, кстати, вот, друзья, видите, я ударил в стелс-режиме, сел, ударил, и второй на меня токсичный зомби не сагрился, потому что я с одного удара убил первого, то есть он не создал никакого шума. Так, вот здесь вот два. Так вот, касательно хард режима. То есть хард режим, он рассчитан на огнестрельное оружие. На его использование в основном. Можно, конечно, некоторых мобов и мы поубиваем, я вам покажу, с холодным оружием. Но преимущественно, конечно, это нужен огнестрел. Вот. Поэтому, когда ввели полицейский участок, теперь огнестрел нужен и там. Поэтому будем экономить, не будем убивать эту турельку. На третьем этаже есть турелька тоже, которую мы не будем убивать. Она нам, в принципе, не мешает. А будем убивать турели уже на четвертом этаже. Там есть турели обычные, у которых 250 хп. И есть турели уже посерьезнее, усиленные, у которых 500 хп, у которых броня. Так, вот здесь вот... Ай, ну надо было, конечно, скрытно открыть дверь. То есть вы подходите к двери, нажимаете открыть и сразу присесть. И тогда вот эти бегуны, они бы не сагрились, мы смогли бы одного бегуна ударить со спины, друзья. Ну, ничего страшного, вы попробуйте, я уверен, у вас это получится. Так, открываем терминальчик, то есть...
Вот мы по кругу пробежали и уже освободили, расчистили дорогу к нашему лифту. Теперь вот этого токсичного толстяка мы аккуратненько выманиваем в сторонку и просто убиваем. Просто убиваем. Есть, убили. Так, бегунов вот этих вот агрим и бежим к лифту. Бежим к лифту и возле лифта здесь их начинаем просто убивать. Потому что за ними идет яростный гигант. Этого яростного гиганта тоже, друзья, не трогаем. Не трогаем, просто перезаходим на этаж. Так, что у нас тут? Ну, в принципе, нормально побежали. Так, второй этаж. Так, здесь в комнате яростный гигант, туда не идем. Вот здесь вот два токсичных толстяка. Подходим, берем кувалду, наносим удар и перезаходим на этаж. То есть тут достаточно удобно, времени много мы не тратим на перезаходы, потому что токсичные вот эти вот толстяки, они находятся рядом, можно сказать, с лифтом. Поэтому рекомендую их убивать именно из стелс-режима, экономя тем самым и оружие, и броню, и аптечки, бинты и прочие хилы. Если вы новичок и проходите первый раз, то, конечно же, старайтесь экономить по максимуму. Потом, когда вы уже будете проходить второй, третий раз бункер, у вас уже, ну, во-первых, появится небольшой опыт, а во-вторых, у вас уже появится какой-то запас оружия, какой-то запас брони. Вот так вот, 135, и давайте я его добью. Можно, конечно, вот, смотрите, у него 300 единиц, можно один удар наносить 135 единиц с кувалды, а второй удар наносить 165 единиц с разрушителя. Итого как раз 300 единиц урона. То есть вот этот токсичный толстяк с этими 300 хп, он как раз на два удара, один удар кувалдой из стелс режима и один удар разрушителя. Ну, можно так, можно два раза ударить кувалдой и добить холодным оружием, пару раз ударить. Тут, понимаете, друзья, вы должны смотреть, какого оружия у вас больше. У вас может быть какого-то оружия в избытке, а какого-то не хватать. Понимаете, допустим, ну нет у вас разрушителя, вот он у вас один, тогда старайтесь экономить его, оставлять на... потому что, в принципе, разрушитель, если его правильно использовать, экономно, то его хватит на все 4 этажа бункера. Одного полного разрушителя с полной прочностью. Как бы то же самое кувалда. Одна кувалда, если правильно экономно использовать, вот, то ее хватит. Если бить только со стелс режима. Поэтому смотрите, какого оружия у вас больше. Если у вас нет разрушителя, а есть, например, 2-3 кувалды, ну тогда вот в таких случаях старайтесь больше использовать кувалду. Наносить два раза удар по токсичному толстяку и один и пару раз там обычным оружием добивайте. Если же у вас есть разрушители, то для экономии и комфорта прохождения можете убивать с разрушителя, со стелс режима. Итак, друзья, почему бы нам не включить какую-то хорошую
музычку будет веселее и приятнее проходить. Так, вот 165 единиц, видите? Раз, все, отлично. Токсичный толстяк повержен. Так, берем трубу, ставим обратно кувалдочку. И, значит, куда мы, давайте, вот здесь присаживаемся. Не трогаем этого яростного гиганта. Вот здесь немножко выше. Проходим вокруг него на приседках. И доходим до этого тупичка. Вот здесь нам нужно открыть дверь. Аккуратненько подходим, потому что за ней сразу стоит яростный гигант. Раз, он может ударить. То есть надо аккуратно подойти, быстренько открыть, отойти, присесть, потому что, чтобы не сагрить вот этого гиганта, который сверху. Все, мы задачу выполнили, перезаходим на этаж. Надо было немножко водички попить, покушать по 34 единицы, ну ничего. Не умрем, надеюсь. Так, теперь ставим разрушитель и опять бежим к этому дальнему гиганту. Вот здесь вот, начиная с угла, присаживаемся. Тут заходим за вот эту линию, где-то вот по вот этой линии проходим. Тогда гигант на нас, мы его не агрим. Теперь двери у нас открыты. Подходим, наносим удар со спины, отбежали, присели и идем вперед. Гигант медленный, видите, он вас не догонит, поэтому спокойно. И здесь уже, в принципе, можно вставать и перезаходим на этаж. Так, повторяем операцию данную. То есть мы этого гиганта дальнего убьем за 3 раза. Сейчас мы нанесем второй удар, скрытный, еще на 165 единиц. И у него останется после нашего удара 170 единиц. Вот так вот присели и опять мимо этого гиганта. В принципе, можно уже здесь вот вставать, он не успеет нас догнать. Перезаходим на этаж. Почему мы именно так, друзья, я покажу вам в конце. В конце покажу, как можно максимально эффективно проходить второй этаж и очень-очень неплохо экономить. Так, побежали. Побежали добивать этого гиганта. Мы освобождаем, в принципе, себе дорогу, которая нам понадобится в дальнейшем. Аккуратненько, аккуратненько проходим. Вот так вот. И вот наш смертник. И сейчас мы будем так вот нацелились убивать его. Кулаками убираем и с кулака по пузу. Отлично. Все, освободили дорогу вот в этот коридорчик. Теперь открываем вот эту дверь. Тут еще два яростных гиганта, их пока не трогаем.
И давайте теперь возвращаемся. Возвращаемся. Хочется есть, хочется пить. Много чего хочется, но некогда. Нужно зачищать бункер. Пишите, друзья, свои комментарии, как вы проходите второй этаж. Возможно, есть какие-то интересные способы еще. Я показываю всего лишь, как я прохожу, как мне удобно, как мне комфортно проходить. А так, на самом деле, бункер Альфа, он тем и интересен, что очень много вариантов, бесчисленное множество вариантов прохождения бункера. И каждый игрок проходит бункер по-своему. Кто-то использует огнестрельное оружие, кто-то не использует. Ну по-разному, понимаете. Кто-то изыскивает такие вот способы убийств по-своему. Я, например, там этих толстяков через стенку. Кто-то, может быть, их там по-другому как-то убивает. Так, вот здесь наша задача аккуратненько пройти мимо вот этих вот яростного гиганта и бегуна. Вот этого бегуна убиваем, этого агрим, выбегаю, ну вот сюда вот где-то, и здесь его добиваем. Все, опять же, яростного гиганта не атакуем, не трогаем, то есть мы его сагрить не должны, потому что после того, как мы его ударим, он уже, ну, во-первых, как бы у них повышается, скажем так, бдительность, что ли, если он смотрит, например, на вас, да, если вы ему урон не наносили до этого, то он может вас не заметить. А если вы ему нанесли урон и будете, например, мимо него проползать, ну, на том же расстоянии, то он уже может вас заметить, сагриться. Ну, в любом случае, нам здесь его трогать не нужно. Сейчас все покажу, друзья. Бежим опять вверх. Так, берем разрушитель, присаживаемся. И вот теперь настал его час. Ползем со спины. Раз, нанесли удар. Бежим вниз. Бежим ко второму гиганту. Присаживаемся вот здесь сразу после батареи, где-то между батареей и трубами. Вот здесь вот аккуратненько подходим. Нанесли второй удар. Отлично. Бежим дальше. Бежим к третьему гиганту. Здесь, друзья, не забывайте про турельку, которую вы не убили. Вот здесь по над стеночкой оббегаем ее. То есть, в принципе, она не агрится, если по краю вот так вот ее оббежать. Здесь присели и идем вот в эту нижнюю комнатку. Один здесь гигант за сеткой, мы его не трогаем. Нас интересует вот этот товарищ. Ударили, и вот здесь перед выходом нужно присесть. Перед выходом присесть, потому что дальше уже может нас заметить вот этот. Оп, не получилось, еще раз, есть. Все, нанесли. То есть мы за один круг нанесли с вами 4 скрытных удара по 165 единиц, не получив ни одного урона. Вот, не потратив ни броню, ни хилы. И сэкономив очень существенно оружие. То есть, если убивать этих диких гигантов, яростных, вернее, гигантов по-другому как-то, то вы потратите намного больше оружия, если это огнестрел, допустим. Есть много способов, тоже потом попробуем другой способ. Но это уже или на третьем этаже, наверное, попробуем. Я никогда его не использовал, но тоже очень интересный. Но в данном случае я рекомендую проходить именно вот так вот. Опять нанесли удар.
Отлично, бежим ко второму. Подкрадываемся. Удар. И бежим к третьему. Так, про турельку, друзья, не забывайте про турельку, а то обидно будет выбежать на нее. Так, вот здесь, вот видите, я уже немножко раньше даже присел, потому что уже верхний гигант у нас с Агриной, мы ему нанесли урон. И он уже как бы нас так этот приметил, да. Поэтому желательно быть аккуратнее, уже быть аккуратнее. Так, есть. Все, второй круг мы завершили с вами. Нанесли еще 4 удара скрытных по 165 единиц. Отлично. Перезаходим. Возвращаемся на второй этаж. И бежим. Сейчас начинается, друзья, самое интересное, самое такое вот мне момент этот больше всего нравится. Мы сейчас с вами будем убивать яростных гигантов в рукопашку. Так, вот 170 единиц хп нанесли удар, у него осталось 5 хп. Снимаем разрушитель и на-на, есть, иди сюда, красавчик. Один готов, ставим разрушитель, бежим ко второму, присаживаемся после батареи. Так, ну что, чем громче шкаф, как, чем больше шкаф, тем громче падает. На-на. Хорошо, красный талончик, отлично. Так, один разрушитель мы с вами доломали. Берем кувалдочку. Так, ну блин, вот ты как всегда не вовремя. Так, не могу сходить в туалет. Ага, тут этот, а ну-ка, я что-то, вот. Мешает нам стиральная машина. Так, бежим дальше. Нас ничто с пути не собьет. Опять турелька. Аккуратно поверху проходим. Обходим ее. Так, вот здесь где-то присаживаемся. Пока на радаре, вот видите, появляются. Вот желательно, когда уже они начнут появляться на радаре, особенно верхний, то вы уже должны быть на присядках в стелс-режиме. Так, вот здесь самое опасное, потому что оп, мало места для пространства. Ну, нормально, мы справились. Так, обратно ставим разрушитель. Пока вот этого за сеткой пока не трогаем. То есть наша задача убить верхнего. Убил. Так, снимаем. И иди сюда. Четвертый готов. Отлично. И теперь через решетку. Вот здесь, друзья, подходите. И вот так вот его со стелс-режима бьете. И перезаходите на этаж. Почему перезаходите на этаж? Потому что если вы даже из стелс-режима повторно его ударите, нанесете ему урон, то уже тройной урон не пройдет. Не пройдет. Поэтому, опять же, для экономии оружия, нам нужно перезайти. Thank you.
Так, вот мы добежали и наносим ему последний урон, последний удар с уроном и в рукопашку, как обычно, добиваем желтый талончик. Так, почти мы с вами прошли, остался у нас один яростный гигант. Сейчас мы его с вами убьем. Вот в этой комнатке. К нему никак подкрасться нельзя. Поэтому вот здесь для последнего этого яростного гиганта, собственно, нам и нужен огнестрел. Либо самопал, вот, либо Глок 17. Но самопалы отлично подходят для убийства как раз яростных гигантов. Они медленные и без проблем можно выстрелить, отойти. И тем самым не тратить, например, тот же Глок, который... Вот. Можно вот так вот добивать. Раз, то есть 50 хп я ему оставил. Но опять же, если у вас есть разрушители, если у вас разрушителей мало, то лучше, наверное, его убивайте из пистолета, если у вас, например, один разрушитель на все 4 этажа. Но я предпочитаю добивать, у меня разрушители есть лишние, поэтому лучше я сэкономлю огнестрельное оружие, потому что все-таки огнестрельное оружие, оно ценится больше, чем холодное оружие. Так, ну, в принципе, все. Вот мы потратили половину там того разрушителя, да, потратили, наверное, парочку холодных оружий, немножко пистолет, немножко кувалды, так, катанка, 17 бинтов, 7 морковного рагу, то есть, в принципе, с запасом. И еще немножко осталась прочность, там, по 20-25% брони. Ребят, я за кадром соберу лут и просто в конце, чтобы не тратить ваше время, мы с вами посмотрим, что же удалось собрать. Итак, друзья, я собрал все вещи на этаже. Вот что получилось добыть. Ну, 5 талонов красных, 10 талонов желтых и 7 талонов зеленых. Ну, бронька немножко тут. Вот. Давайте я не беру. Ну, вот эту, может, половинчатую еще оставить. Как правило, удаляю там недобитый. Так, клей, немножко алюминиевая проволока. Вот. Тоже аптечка. Да, друзья, ну, в принципе, на этом все. Если вам понравилось данное видео, не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на канал, смотрите следующее видео, в котором будем проходить бункер 3-й этаж. Всем спасибо, всем пока!